Привет, меня зовут Ильнур Гарифуллин, я актер Казанского театра юного зрителя, и я невероятно хорошо играю пьяного человека. А мне летать, охота. Прости. И сегодня мы попробуем узнать, как наши горожане города Казань относятся к пьяным, нетрезвым водителям. Поехали! Он что, всем вообще пофиг на меня, всем Странно получается, людям в большинстве своем совершенно неинтересно на пьяного человека за рулем. Они лишь смотрят с упреком и недовольствием. Вы там видите ситуацию? Спасибо большое за объяснение. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот там черная машина, по-моему, за рулем пьяная женщина. Сейчас бы хотел бы из машины качалась. Спасибо.